Так, продолжение банкета. Смотри, на чем остановились? На этом электроклапане. Что еще? Плюс подсоединен с аккумулятора через вот этот вот красный плюс на блок управления газа. Потом смотри, вакуум взял из-под моновпрыска. Там есть штуцер для вакуума, который хороший вакуум, постоянный. Здесь поставил тройник, и который проводок, этот шланг, сюда на холостого хода мембрану. Здесь стоит мембрана вакуумная, которая оттягивает холостого хода конический. Пробка там коническая такая. Еще электромагнит дополнительный стоит с той стороны. То есть здесь как бы два в одном. Вакуум надо цеплять на него. Этот же вакуум. Вот. Подсоединен на вот этот вот. Здесь три в одном. Здесь датчик температуры газа, датчик давления газа и датчик вакуума, разрежения во впуске. До этого я вакуум подсоединял вот на этот штуцер, который у меня идет на электроклапана подключения полного привода. Но здесь вакуум плохой, он пульсирует. И система плохо работала, не мог настроить как следует. Переключил сюда, вот здесь сильный вакуум, здесь все нормально. Потом этот же вакуум, вот этот шланг, вот сюда вот, на редуктор с этой стороны. Вот этот штуцер, это штуцер аварийного сброса давления, если мембрана в редукторе разрывается. На него ничего не подсоединяешь. Теперь смотри по форсунке. Вот здесь есть коса, в которой провода на форсунку. Вот у меня вот эти два провода, смотри. Вот идут разъемы были, я их отрезал, которые на форсунке обуваются с мозга ГБО, приходящий и уходящий. Короче, вот здесь есть цветные провода и есть те же самые цветные с черной полоской. Вот смотри, цветные провода в кучу запараллеливаешь, от него желтый провод пошел. Желтый идет у меня на черный, который идет к стороне форсунки. К форсунке черный. Второй провод, который с черной полоской, зеленый, он идет на черный провод, который уходит вот в эту косу, которая блок управления двигателем идет, коса. Белый провод у меня не тронутый. То есть сначала я на белый подсоединял, у меня нифига не видел импульсы, блок ГБО. Я это все восстановил там на соплях, так до сих пор и езжу. Ну вот, похоже, у меня на черный подсоединено. Я не помню, это было уже очень давно, поэтому сейчас тут аккумулятор снимать не фонтан. Так, зеленый провод, вижу, что идет на черный. Зеленый провод на черный. Тут он подходит с черной полосой. Желтый провод. Нифига не видно. Желтый на белый. Нет, нет. Белый не должен. Желтый на черный, который идет в разъем. Да, вот он, черный. Вот черный, видишь? На него желтый провод подсоединен. Желтый здесь, чистые цветные в кучу. Все, понял, да? Так.